В госпитале для беременных с COVID-19 в Каспийске уже родилось 66 детей. Напомним, что больница стала функционировать с 5 апреля. Сюда с самого начала пандемии привозят беременных женщин с подозрением на коронавирус. Сейчас в отделении новорожденных находится 18 малышей. Всех их выхаживают квалифицированные врачи. Подробности у Патимат Ханаповой. Здесь выхаживают даже самых маленьких. Вес некоторых новорожденных не превышает 500 граммов. Медики буквально вдыхают в них жизнь. В этом им помогает, конечно же, современное оборудование. Большинство малышей рождаются здоровыми, но есть случаи, когда ребенку требуется особый уход. В сегодняшний день на втором этаже в отделении новорожденных находится 18 детей. Из них детей 8 тяжелых. Тяжелое состояние детей обусловлено экстремально низкой массой тела, асфиксией тяжелой степени при рождении, также дыхательными нарушениями. За 2 месяца в ковид-госпитале приняли около 70 пациенток. Были дети и с подтвержденным диагнозом коронавирус, уточняет пресс-служба ведомства. Однако в первое время врачи пытаются не допустить контакта матери с новорожденным. Как только родился ребенок, то его сразу же забирают и выносят в чистое помещение. После этого наблюдение за ним ведут медики. Я, Ахмедова Зайнаб, поступила в очень тяжелом состоянии, можно сказать, в эту больницу. Меня очень сразу же приняли, хорошо приняли, помогли, сделали операцию. Я вот поступила в эту больницу, меня экстренно оперировали. Потом получилось так, что ребенок попал в реанимацию. За ним очень хорошо смотрят, наблюдают, он уже пошел на поправку. Напомним, что в начале апреля одно из подразделений Каспийской центральной больницы было перепрофилировано для беременных с COVID-19. Всего в отделении 36 коек. Сюда заболевших беременных привозят со всего Дагестана. Патимат Ханапова, Дауд Гасанов, новости ННТ, Каспийск.